Еще раз добрый день, 20 июля. Режу поликарбонат на вес. Совет. Хотите разрезать длинный лист? Спокойно кладите 2 ДВСП куска ДСП, древесно-стружечной плиты. И шестерка держит вот прекрасно. Я стою и отрезаю ножичком по линеечке поликарбонат. Он прекрасно чпок, и все ломается. То есть совет какой? Вот он держит и не ломается, не хрустит, держит ваш вес. Вот на двух площадках стали, спокойно ходите по нему и режьте как вам надо. Вот такой моим друзьям совет. Все, всех благ.